привет! Меня зовут Ева. И если праздничное настроение к вам не спешит, ловите мой лайфхак. Новогодний будильник. Выбираем несколько новогодних хитов и ставим их в качестве мелодии будильника. И весь декабрь просыпаемся под зажигательные ритмы. Позитивный настрой на весь день гарантирован. С наступающим Новым годом! И да пребудет с вами праздничное настроение! Всем привет! Меня зовут Денис. И у меня есть совет, как же сделать ваше настроение по-настоящему новогодним. Смастерите небольшого снеговика из пластиковых стаканов, мишуры и степлера. Данная поделка украсит ваш дом, класс или офис. Будете проходить мимо и всегда улыбаться. Здравствуйте, меня зовут Даша. Я знаю, как делать настроение новогодним. Надо встать на коньки и отправиться на каток. Морозный воздух, движение, смех друзей подарит вам праздничное настроение. Только не катайтесь на коньках без шапки и варежек. Берегите себя. С наступающим Новым годом! Всем привет, меня зовут Соня. Ищете рецепт новогоднего настроения? Тогда записывайте. Первое. Получаем побольше пятерок в школе. Второе. Слушаемся родителей. Третье. Много улыбаемся. Чередуйте эти три пункта, и праздничное настроение будет с вами.